Полицейский? А что делает полицейский? Поймает вора. А кем бы вы хотели стать? Я хочу стать архитектором. Потому что надо ездить на стройке и чертить дома. Я хочу быть полицейским. А Вике кем хочет стать? Учителем. Я хочу стать ветеринаром. Учителем. Вот ответ. Я хочу быть капитаном. Кем хочешь стать? Капитаном. Вика, кем хотела бы стать? Я хотела бы стать парикмахером. Потому что он всякие прически делает. Он делает маникюр. И еще он может украсить прическу. Я хочу стать врачом. Я буду лечить взрослых и детей. Нурель кем хочет стать? Пилотом. Катенька кем бы хотела стать? Мэром. Мэром города? Да. Я буду людям помогать. Людям будешь помогать? Какая ты молодец, добрая, у тебя сердце. Я хочу стать военным. Я хочу стать врачом, потому что мне очень нравится лечить всяких там животных и детей. Ариана кем хотела бы стать? Парикмахером в салоне красоты. Каролина кем бы стала? Я бы хотела стать художником. Космонавтом, потому что хотела видеть Землю из космоса. Да. Алана кем хочет стать? Я хочу стать бородином, потому что я люблю тушить пожары из лего. А еще я люблю пожары. Хочешь стать космонавтом? А почему ты хочешь стать космонавтом? Потому что там что-то необычное. Расскажи. Какие-то дорогие камни. Я хочу стать художником. Скажи, почему ты хочешь стать художником? Потому что художник красиво рисует, и я тоже красиво рисую. Я хочу стать парикмахером, всем делать разные прически, красить. Полицейским, спасать город. Я хочу стать врачом. Варвара. Я хочу стать мэром. Что будешь делать, мэр? Буду помогать всем. Что ты им будешь делать? Конфеты каждый день может раздавать. Я буду деньги раскидывать. Катерина будет деньги раскидывать? Да, на вертолете. Я буду деньги раскидывать на вертолете. Потому что я люблю... А почему я хочу стать мэром? Потому что я люблю помогать. Каждый выбрал для себя профессию. Сейчас предлагаю вам нарисовать ту профессию, о которой вы мечтаете. Нарисовать то, кем вы хотите стать в будущем. Рисуем. Thank you.
Я нарисовала учителя, он учит детей. Я нарисовала полицейскую машину, потому что я хочу. Я нарисовала скрипки. Я нарисовала машину, где ездят докторы в больницу. Я нарисовала мэра, потому что я сама хочу быть мэром. А я тоже.